В минувшее воскресенье в городском парке культуры и отдыха состоялось открытие летнего сезона. В этот день в парке работали разные игровые площадки и аттракционы. А также прошел гала-концерт и награждение победителей открытого городского фестиваля детского творчества «Радуга талантов». Продолжат тему мои коллеги. В минувшие выходные в городском парке культуры и отдыха состоялось открытие летнего сезона. Впервые после зимы здесь собралось такое количество посетителей. В основном это были родители с детьми. И это неудивительно, так как главной темой праздника стали мероприятия, посвященные году семьи в Республике Алтай. В парке работали различные игровые площадки и аттракционы. К открытию летнего сезона был приурочен гала-концерт и награждение победителей открытого городского фестиваля детского творчества «Радуга талантов».